Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего YouTube-канала. У нас сегодня видео для аукциона Violetti. Будут продаваться на аукционе вот такие вот часы. Шахматные часы, янтарь. Вот. В таком вот они состоянии. Нету для перевода стрелок. То есть есть для... Навода, вот эти вот штучки для регулировки плюс-минус открываются, все работает. Вот общий вид немножко пожелтевшие. Вот стекло целое, не битое. Там внутри видно немножко грязь. Можно, кто будет заниматься реставрацией, может снять, почистить внутренний мир. Я не знаю, я не лазил, нет одного винта. Вот. И нет таких вот пластиковых для навода стрелок. Сейчас самый главный факт, проверим, или работают у нас данные часы. Нажимаем. Пошла стрелка. Нет, что-то стрелка не пошла, пробуем другие. Вот пошла стрелка. Смотрим. В принципе, прошла вторая стрелка. Тоже пошла. Ждем, проводим эксперимент, ждем. В принципе, щелкают, но я думаю, что надо сделать все-таки ревизию. Стояли они очень долго. Здесь все стрелочки для прохода. Ну, в принципе, вот такое вот состояние данных часов будет выставлено на сайте Violetti. Ссылочка в описании. Можно будет зайти, поучаствовать в аукционе на данный лот. Вот. Ну, все. Всем пока.